если завтра выходит обзорчик на Навального... Путин! 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 Путин вор! И чтобы его не загромождать, мы решили записать отдельный видосик о наших приключениях с органами правопорядка. Все началось 2 года назад. По жалобе неких лиц в Роскомнадзор к нам наведался человек из отдела по борьбе с экстремизмом, попросив дать объяснительную по поводу содержания наших видео. Не понимаешь, мне пришла бумага из Роскомнадзора. То есть этот человек, у меня там фамилия даже, я даже не выговорю. Ну то есть это какой-то там фейк. Понимаешь, написал просто на сайт Роскомнадзора Кемеровской области, что якобы вот такие-то люди распространяют, короче, я давно слежу, типа, за их каналом там в интернете, канал на ютубе «Немагия», и вот, типа, ребята там такие вот, типа, хорошие, красивые, занимаются распространением антиправительственных материалов. Тогда ролик, подобный этому, нам очень помог, и никаких объяснительных нам почему-то давать не пришлось. И спасибо, кстати, всем, кто тогда нас поддержал. После боя с Симоновым к нам наведался уголовный розыск, убойный отдел. Из какого отдела? Из убойного. Отлично. Якобы мы хотели Сереженьку Симонова убить. Задайте один простой вопрос. Зачем? Почему? Для чего? И тоже просили дать объяснительно, почему не убили. Почему? Шутка. Даже в профиль Иван Фас сфотографировали. Крайне неприятное написание объяснительное было, я вам должен сказать. Мы тогда как раз и поняли, что давать их мы больше не будем. Мы потому что после вот этого вот вообще манали давать эти объяснительные. Затем приходили из отдела по контролю за оборотом наркотиков. Уважаемый Михаил Андреевич, сообщаю, что в управление по контролю за оборотом наркотиков, бла-бла-бла, поступило обращение о том, что вы совместно с Ковитином Алексеем в сети интернет размещаете видеоролики, пропагандирующие потребление наркотических средств. В случае выявления пропаганды наркотических средств, вы будете привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. А теперь давайте посмотрим наш относительно недавний скетч, за который, наверное, в случае чего мы и понесем ответственность. В Москве осуждены наркодилеры. От изъятого у этих негодяев слишком чистого героина сотрудники ФСКН получили сильнейшую передозировку. Идиоты, блядь! Но проверять-то надо, чисты или нет! Наша служба и опасна, и трудна. Какое общество ФСКН подставили? И на первый взгляд как будто не видна. Алёха, машину готов, цыганам едем, партию новую арестовывать. Не хватило мне? Почему, несмотря на то, что нас заставляли как могли, мы никаких объяснительных в этом случае не писали? Потому что, во-первых, это бы не помогло, потому что к нам после этого приходил участковый за... Треклятый объяснительный. Участковый страх потерял. Правда, уже по какому-то другому делу. И вот совсем недавно прокуратура еще наведалась. Наведалась она в кальянную под нашим брендом. Текст жалобы, естественно, какого-то хрена сфотографировать не дали. Но там было следующее. Якобы мы публично оскорбляем граждан, в том числе пресс-секретаря РФ, и открыто оскорбляем и критикуем администрацию Кемеровской области. Плюс в кальянной нет пожарной сигнализации, огнетушителей, вытяжки и вообще это не кальянная на самом деле, а притон с курительными смесями и проститутками. Сколько? Это во-первых. А во-вторых, ну сколько уж уже можно? Постоянно к моей бабуле ходят менты, долбятся ей в дверь и требуют аудиенции со мной. А ей уже 80 лет, ей такие нервяки, ну, не нужны. Ух, там вообще Санта-Барбара такая, мы не хотели вам про это рассказывать, но уже просто занадоело. Алло, прокуратура. Проверки этими органами были инициированы жалобами различных людей. И таких людей может быть тысячи. И что, мы каждому человеку будем писать объяснительно? У нас просто физически на это времени не хватит.
жизни. Поэтому, уважаемая полиция и другие зрители каналов Немаги, абсолютно все наши видео – это плод нашей больной фантазии. Точка зрения, не претендующая на истину. Ролики имеют пародийный характер и никоим образом не ставят своей целью оскорбить кого бы то ни было. Все совпадения случайны. Не понял. Не ходите и не тратьте ни свое, ни наше время. Никаких объяснительных мы больше по поводу содержания наших видео давать не будем. Имеем полное конституционное право на это. Да, послезавтра. Обязательно подпишитесь, если вы, не дай бог, не подписаны на наши каналы, и нажмите на колокольчик, дабы не пропустить новый обзорчик. Ну и в заключение... О, побежали все Симонову дизлайки ставить. Будем творить добро дальше.